поэтому пока закончился. А теперь сегодняшняя поставка. Итак, я себе заказал литр фастака 750 гривен. литров Перенек Супер, но кто знаком, то тот знает, это в принципе тот же самый Нуридин Супер препарат. Если вот его действующие вещества, в принципе. И я себе заказал Топсин М 5 литров, пусть будет. Итого, эта посылка мне обошлась 9488 гривен. Ну, грубо говоря, 9500 гривен. Насколько схватит, ну, под вопросом. Фастак я использую в редких случаях, крайних. Обычно мне хватает литр на сезон. Максимум, если уже там много гусеницы, то до 2 литров, даже меньше. Касательно фастака, как я говорю, за сезон до 2 литров, и то 2 литра это большая редкость. Обычно около литра. Просто хочу показать. Вот у меня фастак куплен в прошлом году, ну, где-то под конец мая тоже. И соответственно, чуть-чуть его. То есть я его использую в крайнем случае, в таком плане. И все. Все остальное, этот Перенекс, в принципе, это мне где-то месяц, может чуть больше, в зависимости от интенсивности развития насекомых в таком плане. То есть вот эти 2 канистры, я думаю, мне до конца сезона хватит с головой. А это еще, Топсин у меня еще останется на следующий сезон. Как-то так. Перенекс мы сразу себе сюда ставим. В связи с тем, что наплыв насекомых все больше и больше идет. А с этим будет чуть попозже. Ну, и хотел высказать мысли в отношении использования химпрепаратов. Да, когда покупаешь единично, отдельно, по небольшому количеству, конечно, не так впечатляет. Но когда ты покупаешь вот такими коробками и видишь масштаб использования этой химии, даже то, что для меня это является заработком, ну, мне как-то на душе неспокойно. Просто вдуматься, какое количество ежегодно химии используется в мире. Приобретая химию в магазинах, да, мы берем небольшое количество, но опять же, те же маленькие пакетики по чуть-чуть, понемножку составляют огромное количество химии. Сельское хозяйство — это вообще отдельная тема, там исчисляется не литрами, а тоннами этой химии. Из приятного, конечно, на сегодняшний день все-таки, когда общаешься с представителем, например, той же фирмы Bayer, и когда они придумывают новые препараты с другими совершенно действующими веществами, которые работают после того, как проникают в растения, уже и распадаясь на составные части, становится как-то более на душе теплее. В заключениях хотелось бы напомнить и порекомендовать все-таки, чтобы использовали химпрепараты в рекомендованных дозах с заводом-производителем. Всем спасибо за внимание.